Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и после того, как я выложил видео по поводу того, что мне выпал вот этот приказ для выполнения, в котором реально можно получить 5 контейнеров, собери их все, показал, что из этого контейнера может выпасть, и сейчас я делаю это еще раз, специально для тех, кто начал гадить в комментариях и начал писать то, что я обманываю людей, то, что мне, видите ли, ума не хватает написать, налезьте это или не налезьте и так далее. Ребят, вот приказ, вот то, что мне может выпасть из контейнером, собери их все. Вот как есть, так есть. Что касается ваших комментариев, я обращаюсь именно к тем ребятам, которые вместо того, чтобы научиться читать, они начинают писать. И это крайне плохо, потому что, ребят, вы сначала прочитайте, что конкретно написано. Я вам сейчас покажу, что написано в названии моего видео. Халява, приказ на конты, золото, серу и каму. В вот блиц 2023. И если вы это прочитать не можете, и это не дает вам отсылки на лезьте это, или это на ВГ, то, ребят, наверное, вопрос все-таки не к автору. И автор не попугай, который должен заходить и в каждом своем видосе говорить, на каком сервере находится, с мобилы или не с мобилы. Я делюсь новостями. И если вам больше нравится смотреть на тех авторов, которые на стримах, в вытянутых трениках, с немытой головой, матерятся как сапожники, попивая чай, пожалуйста, смотрите их, я ничего против не имею. Если вам нравятся парни, которые в своей жизни в 23 или в 25 лет ни хрена в жизни ничем не занимались, кроме того, чтобы играть в танки, и поэтому у них классная стата, пожалуйста, продолжайте и их тоже смотреть. Или не смотрите меня, но писать гадости в комментариях, тогда, когда вы сами не можете разобраться, это, извините, низко и подло. И для еще некоторого количества комментаторов хочу написать следующее в поисковой строке, а именно точное время Лондон. 12:00, воскресенье, 19 марта 2023 года. Если вот этого видео недостаточно для подтверждения факта того, что я, как автор на своем канале, никогда не ввожу в заблуждение своих зрителей, то я более не имею никакого, в принципе, желания кому-то что-то доказывать, потому что в целом для этой части людей абсолютно ничего доказать невозможно. А для тех ребят, которые любят мой контент именно за его честность, за его своевременность, за честные обзоры на танки, ребят, подписывайтесь на канал, возвращайтесь, я обожаю тех зрителей, которые разделяют со мной любовь к этой игре, и тех зрителей, которым не мешает отсутствие чата и отсутствие возможности поносить всех, кого не лень. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока.